Что люди обычно любят? Люди не любят работу. Люди любят что? Результаты работы. Большинство людей ненавидят свою работу. Работают просто, чтобы было что кушать, да? И не любят то, что делают. Большую часть жизни они мучаются, получается. И получив результаты этого мучения, они эти результаты тут же тратят на развлечения, на там, ну, чтобы отвлечься от своей горькой жизни, да, на алкоголь, может быть, и все. Нужно любить млоху, нужно любить сам процесс работы. Мало этого, есть вот комментарий, он говорит, что даже если у человека есть деньги, ему не надо работать ради денег, он должен работать и должен любить работу. То есть без работы написано «человек ли-амаль ли-ла», «человек рожден для работы». То есть Бог человека в этот мир поставил для того, чтобы человек работал. Знать, над чем работать, это другой вопрос. Конечно, важно лучше всего заниматься любимым делом. Но это все равно должно быть работа. То есть что такое работа? От звонка до звонка. Ты должен это делать.